Пополнение в семействе. 64-й. Уверенно идем с вами к соточке. Офигеть, толпа детских садовцев. Булочки, приветики. Рада видеть вас на моем канале Телекоплей. Я Наташа. Мы с вами продолжаем играть в Кену. Что-то там, спирит это там. Короче, я уже в эту игру не играла очень давно. А, я вспомнила, что с вами происходит. Мы куда-то там с вами должны были спуститься, какие-то штуки починить. И, блин, реально прошло столько времени, что я уже забыла, как играть в эту игру. Ну, сейчас будем с вами вспоминать. Что это вот у нас тут какая-то тут штука? Ой, а как же мне быть-то? Может быть, мне вот сюда попасть надо? А пацаны, тлиныши и суши. Ай! Говно. Иди отсюда. Давайте вот это вот сделаем сейчас. По идее, вон оно чё. Так и как это работает? То есть я должна успеть вот сюда перекатить малышей. А я забыла, как мы вот это... А, бомбой мы с вами это делали. Так, бросить бомбу. Успела. Поднимайся, ёпты. Давай, я успела. Все, сейчас вспомним, как играть. Кстати, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Поддерживайте лайком, будет очень приятненько мне. Ну, а мы с вами идем куда-то дальше. А зачем здесь, в принципе, дел... А, бомба нужна была для той штуки. Все, я понял. Ну, погнали. Секс-бомб, секс-бомб. Тихо. Что за подстава? И! Ёшки-матрёшки, а дальше куда? В смысле? Подожди, сюда? Ой! Жива. Пока жива. А вот сюда не смогу, да, залезть? Ё-моё, вот это прикол. Малыши-тлиныши. И дальше что? Пчёлы. Ай! Надо вспоминать, как мы что делали здесь. Как кувыркаться, например. Ага, на Б. Малыши-тлиныши. А я не смогу. Вы не хотите туда долететь? Или мне бомбу кидать? Ладно, давай попробуем бомбу. Я хочу назад. На всякий случай. И теперь, по идее, вот эта вот штука. И мы высвободили путь. Фух, ну это было напряженно, хочу тебе сказать. Но теперь, по идее, если я упаду в воду, мне ничего здесь не будет. Хотя, блин, я на самом деле даже не знаю. Мне кажется, что что-то да будет, поэтому давайте не будем рисковать с вами лишний раз. И поехали. Раз, два, три. А вот это вот что дает? А, ну это просто отодвинули мы, все, поняла. Ну, вот и мы с вами. Здесь ничего не происходит. Жаль. Могли бы какую-нибудь медитацию поставить или что-то типа того. Ну что поделать, взаимодействовать. Какой обзор? Отсюда виды земли на многие мили вокруг. Да.
А вот смотри, тут какие-то секретики. Надеть маску. Воспоминания девочек. Адира, как думаешь, мы останемся здесь навсегда? Состаримся тут? Я надеюсь, они сестры. Ну или просто хорошие подружки. Без каких-то там либо подтекстов. Ах, погнали. Идем с вами дальше. Мы идем с тобой сюда, дружок. Телепортируемся, и все будет ок. Ну, видишь, есть различные пути подхода. Я уже начинаю потихоньку вспоминать игру, это прекрасно. О, я вижу малыша Тлиныша. Малыш Тлиныш, привет. А ну-ка поднимайте, там кого-то из ваших спрятало. Кого-то из ваших придавило. Прикинь, сколько он там сидел, бедно, на него прям давило. Такая масса. 55 Тлинышей, прикинь меня. И чё? И куда дальше? А-а-а! Вернись! Хе-хе-хе, я не успела! Вернись назад! Я все прощу! Я что-то думала, он не уезжает, думала, где-то еще нужно нажать. Прикинь? Вот это вот я обосратушки сделала. Ну, привет. Это что? А, это мы опускаем с вами лифт. А зачем? Ну, это чтоб он там тоже, да, был на всякий случай. Мало ли что, правильно. Должны быть всегда пути к отступлению. Блин, это ж мне надо будет вспоминать, как драться. О, а мы тут с вами были, да? По-моему, мы тут с вами были. Мы тут с вами суету наводили. Да-да-да-да-да-да-да. Да. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да. Хорошо. Нам показали вот эту вот штуку. Скорее всего, мы сейчас ее сможем с вами раскрыть. Давайте проверим. Если не получится, то пойдем куда-нибудь в другую с вами сторону. Слушай, зайки, а давайте мы с вами Рика соберем. Оно сможет здесь свалиться, мне интересно. Вот и все. Изи-пизи. Я считаю, мы заслужили с вами. Давайте сейчас проверим. Так, как у тебя тут дела? Почти готово. Нужно очистить еще один последний участок скверны. Но я так понимаю, это вон тот участок скверны. Так что пошлите с вами туда. Я думала, что уже как бы все. Ну что поделать, побежали. Ничего, прорвемся. С боссами сражались, все сражались. Значит, тут все будет хорошо. Да, малыши, талиныши. Поехали. Опа, аккуратно. Тут можно и откиснуть. Ой, бляха. Подожди, а тут так прикольно. Вай. А я сюда хочу сначала. Можно я сначала сюда, а потом в другую сторону пойду здесь? Смотри, вон сундучок для меня припрятали с тленышем. А ну-ка вылази, маленькая жопка. Что это мы? От кого это мы там прячемся? От меня, что ли? Не надо от меня прятаться. Я добрая. Теперь нужно туда попасть. А можно я в фонарик стрельну? Так, чисто по приколу. И раз, два, раз, отлично. Сейчас, чтобы головой не тюкнуться. И раз, два, оп. И раз, два, оп, хорошо. Раз, два, оп. Раз, два, оп, молодцы. Ничего не предвещало беды, смотри, вон сундучки светятся. Может, тут еда для малышей? Нет, здесь мои баблишки. Мое бабло, оно мне принадлежит, и только мне оно. Ох, как хорошо, жирно-жирно дают. Возможно, скоро еще тут надо будет покупать же одежду. Вот, я бы на это посмотрела с превеликим удовольствием. Хочется поменять и костюмчики тоже. Опа, драчки. Ой, бляха, это камикадзе какие-то. А.
Так, а как тебя там еще раз? Ах ты говнарь. Погляди, какой говножоп. Пошли в жопу. Ай! Тихо. Тихо, да спокойно ты. Хорошо, ой, как хорошо. Ой, как хорошо, а куда это ставить? Малыши, тлиныши. А я не знаю, куда это. Подожди, а куда это? Малыши, у меня... Я не знаю. Пока что оставьте его... Подожди, оставьте его здесь. И чего? А я забыла, как. X. Так. А вот этот как занести? А как его сюда занести? А, подожди, может быть вот так? Смотри, мы типа на него запрыгиваем, а потом они мне типа помогают, они меня ведут. Смотри-ка. Да, все. Ёб твою, вот это прикол. Вот это да. Офигеть, вот это приколюшки. Ля, вот это мне понравилось. Я не знаю, зачем я сейчас похилилась. Это было не очень идеей, потому что если сейчас будет какой-то босяк, то я буду, соответственно, без чего-то тут хорошего. А здесь такая площадка, что сейчас наверняка будет какой-то босс. Ну, или мини-бой. Кто там? Кто там? Ой. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Идите отсюда, маленький камикадзе. Ай-яй-яй, да спокойно. Ой-ой-ой. Ёшкин, но они хотя бы, знаешь, самоуничтожаются. Спасибо и на том! Тихо. Хорош. Хорош. Нормас. Малыши! Тлиныши! Давайте его! Все! Как в смысле? Как в смысле? Ёб твою мать! Иди ты. Не, ну ладно, если его не подпускать. То вполне себе неплохо.
Спокойно ты. Ой-о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 й. Хорош. Тихо. Отлично. Главное не подпускать. А мне есть тут где похилиться-то? Ого. Капец. Блин, капец. Да ёб твою мать, в смысле? Иди в жопу. Давай. Ядрите в жопу. Охренеть, пацаны, еле сделала этого Пиписькина. И цветочек раскрылся. Фух, я что-то прям поднапряглась сейчас изрядно, хочу тебе сказать. О, ты уже тут. Ну, ты даешь, конечно, задание, бабонька. Хочу тебе я сказать. Просто... Такие ты заданьки мне дала. Вообще, лучше бы ты мне их не давала. Это проход, да, у нас активировался здесь? Жесть. Давайте вот здесь закинем. Ну ладно, главное, что выжили, остальное не важно. И что теперь? А-а-а. Малыши-тлиныши. Сюда неси. Больше вроде бы как нам не нужна эта штука. Незачем. Все. Теперь у нас есть цветочек. Аленький. Куда его, правда, сувать непонятно, но сейчас посмотрим. А дальше куда? Ага. И дальше что? Вот это тут тайные места. Привет, малыш. Я тебя нашел. Ля, сидит там такой. Притихо, втихушечку, втихушечку, втихушечку. Ладно. Го смотреть, что тут есть еще. Как минимум есть телепорт. Он активировался. Ну все, по идее. Мы все зачистили, я не вижу здесь никаких штук, которые надо активировать. В принципе, зачистку произвели, так что пойдемте дальше двигаться с вами по сюжету. Долго вот эту волынную не тянуть. Поможем тетке освободить какое-то там оружие. Для того, чтобы куда-то там идти. Давайте. И очистим мир от скверны. Это твое оружие? А как его? Эй! И что с ним делать? Время его потрепало. Мне кажется, в нем еще осталось немного жизни. Попробуй-ка бомбу. Ой, бляха, ёб твою мать. Нихера себе бычара. Ух ты, я починила коровку. О, какая прелесть. Руфус, ты цел? Поверить не могу.
Как ты тут, старина? Спокойнее, дружище. Я тоже рада тебя видеть. Теперь мы на нем можем ездить или что? Если мы на нем будем ездить, то вообще крутотень. Это Кена. Она здесь, чтобы помочь Адире. Он выглядит грубоватым, но глубоко внутри он просто лапушка. Что там? Ой. Ой. Че, я, походу, теперь умею управлять бычарой. Нам теперь наверх, что ли? Время обратило большинство наших работ в труху, но Руфус все еще тут и все еще пыхтит. Давай найдем очередную реликвию. Обнаружена реликвия, вол. Поищите вторую реликвию Адиру в кузнице. А кузница это где? Кузница это куда-то туда, да? Да, ну побежали. А наверх, когда мы поднимемся? Или рановато пока? Ну, кузница, я так понимаю, это вон то. Ну, погнали, народ, а чё? Да, вроде бы я в том направлении двигаюсь. Но вон туда нужно, видимо, подняться. Погнали. Туда? Да. А это что? Вход в кузницу. Вход в кузницу здесь. Сейчас разберемся, где тут у вас вход. Ну, рядом со шляпой, походу. Ладно, погнали. Где тут шляпки? А, все, вспомнила. Вспомнила. Где-то, да. Так, малыши, тлины, шижа, пуши. Давайте-ка это самое. Поехали. Пойдем. Пойдем с тетькой Наташкой. И что там у нас? Там тлиныш сидит, малыш. Смотри-ка. Ку-ку. Ай-яй-яй, а кто это там спрятался? Сидит там под это, под штучкой-дрючкой. 61, прикинь, у меня уже бегает малыш. Члиныш. А мы тут, по-моему, были с вами или нет? У меня такое ощущение, что мы тут были. Или нет? Нет, наверное, не были. Тут, наверное, было закрыто. Только сейчас открылось. Ну, ладно. Давайте посмотрим, что по шляпкам. Это... О, осень, две штучки купить. Жук есть, боже, коровка, перо, желудь, шишка. Все это есть. Я каждого покупаю по две, напоминаю, чтобы... Вот, вол. А, одну можно волу купить. То есть такие супер эпичные можно не постоянно покупать. Ну давай. О, нифига себе, у меня сколько малышей не одетых. Ничего себе. Желудя давайте на кого-нибудь применим. Офигеть. У меня столько голышей. Блинчиками давайте, бегайте. Кошечки, почему у меня нету кошечек? Вот. Динозаврик один. А почему у меня динозаврик один? Должно быть два динозаврика. А, один динозаврик. Ну все, ладно. Часть нарядили. Куда идти-то дальше? Вход в кузницу. Вот здесь вход в кузницу. А, да, вот она. А, ты все-таки справилась. Тропа завалена, но Руфус наверняка сможет помочь. Ох, сейчас вынесет нам дверь. Посторонись! Я бы побоялась стоять у него на пути. Вот это бычара. Не вставайте лучше у него на пути. Охренеть. Нормально, да, ему? Ну все, вот и кузница. Значит, скоро у нас будет второй босс, представляешь? Возможно, даже в этой серии. Но я не знаю. Ой, смотри, как он классно сделал нам раскол. Спасибо, ёпта. Так, там я была, значит, пока идем сюда.
Ну началось! В смысле-то, ёпта? Иди отсюда! Чё пристали? Ну-ка, хопа! На, на! Вот и все. Не надо на меня залупаться тут, господа. Алло! Ой, бляха, это эти дурачки. Уйди! Какие ж вы кончи, а? Какие ж вы кончи, я не могу. Бесите? Опа! А, испытание. Тлиныша нашли, малыша. Привет, малыш, тлиныш. Чё это? Думал, я не справлюсь с испытанием, а я вот такая, я стрелок. Нам бы шляпок найти, у нас нету шляпок. У меня голые тлиныши, понимаешь? Туда хочу. Хочу вон туда. Ой. А сюда? Подожди, я хочу туда. А как туда попасть? Офигели? Ну, видимо, у меня пока нет шанса. Пока только сюда. А там дальше будем с вами разбираться. Как туда пробраться? Опять темные какие-то туннели. О, сюда пойдем. Опа, тлиныша найдешь. Ну-ка, вылазь. Эх ты, малыш, еще один. Блин, у меня шляпок столько нет, сколько уже тлинышей. 63 уже, прикинь, со мной бегают. Прям толпень. Настоящая. А это ж их всех кормить нужно, представляешь? Сколько у меня голодных ртов. Ой, конечно. Тихо, 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 спокойно. Ай-яй-яй! Да ёб твою мать! Да ядри ты в жопу! Вот когда все такие взрывающиеся и все по разным сторонам скачут, это прям беда. Но вроде бы нормально справляемся. Так, что тут есть интересненького? Только проход, да? Больше ничего. Ни намеков на тлинышей. Ни на кого. Так, это мы где? Это мы с вами внизу. А, это мы как раз-таки вот... ну, понятно. Так, и как? Алло. Только на голову мне не сваливайтесь, пожалуйста. Я не по... Не поняла. Может быть, мне надо сначала... Подожди, а как? А, ёб твою налево. Япон, я тупень. Господи. Элементарно же, Ватсон. Вот и все. А я что-то там... Я что-то там изобретаю. Какие-то там эти самые системы. Думаю, что не так? Ну, оно ж должно как-то работать. Все. Вот сюда нужно назад сбегать. Тут вроде бы как тлиныш был, малыш. Ну, привет, малыш тлиныш. А мы знали, что ты тут у нас прячешься. Мы тебя заметили. Пополнение в семействе. 64-й. Уверенно идем с вами к соточке. Офигеть, толпа детских садовцев. Малыши такие, я не могу. Ладно, пойдемте, братва. Идем вперед с тобой, братва. И чубчик дрыгался у меня. Ага. Опа. Ой, надо отсюда убежать, пока меня не придавило. А что у нас здесь? Ой. Ой-ой-ой. А что здесь? Кана и Адира добывали кристаллы в этих утесах. А, это мы воспоминания нашли. Поехали за воспоминанием тогда. Нет, я тут была уже. Я думала, я там не была просто. Вот сюда, да, оно полетело? Вон оно меня ждет, очередное воспоминание подружек. Очень близких, судя по всему.
Чё-то кует. Вот это воспоминание. Вот это я понимаю. Вспоминать, не вспоминать, даже не знаю такое. Представляешь? Как она там кувала? Бля. Ну, благо времени было предостаточно. Ну чё, сейчас будет драчка. Судя по всему, какая-то не очень хорошая. Надо. Ага. О, хорош. Ать. Хорош. А, его типа сначала нужно раздевать. Да ёб твою мать, не бей меня. Писец. Братан, ёб твою мать. Да ты! Идите отсюда в жопу. Бляха. Писец ты душнила. Да как ты по мне попадаешь-то? Писец, душнила, ёб твою мать. Тихо, пацаны, да ёб твою мать, ну не мешайтесь. Не мешай. Тихо, 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 тихо. Иди ты нахер! Ёб твою мать! Я его разозлила. У меня больше нет хп. Писец. Хорош! Ой-ой-ой! Thank you.
Есть! С первого раза завалила какашку! Охренеть! Вот это да! Молодец, молодец. У меня аж капилляры, мне кажется, на глазах полопались. О, это что, колотушка, что ли? А, это артефакт. Девки той. Все, я понял. Вот это дичь. И мы теперь пойдем сейчас туда. Фью. Обнаружена реликвия, молот. Хорошо. Где-то грустит один Тор. Ой, у меня 65 тлены шеи. Тлен может выполнять больше действий. Хорошо. А мой тлен еще не научился ускоряться? Может быть, пора бы научиться ускоряться? Вот это дичь была, я аж прям это, охренела от жизни немножечко, на секундочку. Жесть. У меня 65 малышей тлинышей. Я нашла свои инструменты, они почти были точно там, где я их оставила. Конечно, а куда они исчезнут? Тут воришек нету, мне кажется. Кому тут воровать? Некому. Сейчас я посмотрю, что тут у вас есть еще. Ёшки-матрёшки. Да тут у вас проходы за проходами скрыты, секретные. Меня беспокоит, что я давно не кормила своих малышей. Они у меня пухнут с голоду. Что-то там какие-то, что-то земли начались. Она рассказывает, но я не вижу, половины не видно. Пошли вот сюда сходим. Здесь наверняка что-то припрятано. Что там у нас? Это типа альтернативный подъем? Да нет, здесь наверняка что-то... Здесь еще какие-то внутренние земли. Внутренние покои. Ничего себе. Ой. Надо же было так обосраться-то. Хера! Это я? Not bad. Что хочу сказать? Ради шляпки не такой. А что это у меня на голове там сидит один? Ах ты! Чё на голову-то залез? А ну слезай, я тебе чё? Бесплатный пояс, что ли? Давайте шляпку. О, ура! Новая шляпка в виде алмазиков. Эй, нет, не надо, не надо. Нет! Офигеть, вот так вот. Так, ну хорошо, давайте выплывем, посмотрим, что еще мы тут с вами на канифонили. Что у нас тут? Красиво. О, опа, почту нашли. Видишь, как хорошо, что мы сюда с вами спустились. Тайнички нашли. Видишь, какие мы молодцы. Ну все, теперь можно и назад. Хорошая получилась серия, мне кажется, насыщенно такая. Вроде бы и боссы были, и сюжет был, не просто бесследно с вами, бесцельно бегали. Так что я рада, надеюсь, что вам тоже эта серия понравилась. Поддерживайте ее лайком, подписывайтесь на каналчик, если не подписаны. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии Кены. Так что обязательно приходите, будем с вами смотреть, играть и кайфовать. Увидимся, ребяточки, пока.